Сегодня здесь все готово для нанесения верхнего слоя асфальта, а уже 30 ноября по улице Арена 2018 пойдут первые машины. Еще через полгода это будет основная дорога к месту проведения международного футбольного турнира. Строительство началось в мае 2016 года. Перед тем, как приступить к работе, потребовалось расчистить путь. Одним из препятствий на пути строителей было озеро, его пришлось частично засыпать, зато по окончании всех работ водоем очистят, укрепят и благоустроят территорию вокруг так, чтобы он стал достопримечательностью этой улицы. В итоге город получит самую современную дорогу. Улица Арена 2018 соединит Демократическую и Волжское шоссе и примыкает к дальней с выходом на Московское шоссе. Улица по две полосы в каждом направлении. Проезжую часть разделяет 6-метровая полоса, на которой разместится часть инженерных сетей и линий наружного освещения. Тротуар шириной 9 метров и подземные переходы предусмотрены для пропуска в условиях пиковой активности до 12 тысяч пешеходов в час. Именно такой поток зрителей ожидается в дни проведения игр чемпионата. А сегодня объект уже в высокой стадии готовности. Выполнены практически земляные работы на 100%, по устройству подстилающего песчаного основания процентов 90%. Это у нас осталось соединиться с улицей Демократической. Готовимся к укладке верхнего слоя, допустим. Завтра мы начинаем ее укладку. Контроль качества проводится в современной лаборатории, которая работает на месте. Подрядчик обещает, что без ремонта эта дорога простоит как минимум 10 лет. Вдоль всей улицы предусмотрены 6 автобусных остановок, центральной из которых будет стадион «Самара-Арена». Олег Зверев, Константин Головин, «События».